И всем привет, с вами C37, и мы продолжаем проходить Far Cry Blood Dragon. Миссию, это что за хрень? А, куда идти надо? Да-да, я не помню. Понял. Я здесь могу быть. Дракон. Умри в тишине. А на чем мне выбраться-то? Так. А, дракон. В страшном. Там драконище. Просто поплыть, да? Можно же. А, да. Что-то я тупанул. Что-то есть? Нету. Жалко. Так, от пушечки переключать, понял. Может, забыл, что-то там давно не играли. Просто активность. Надо на канал. Чуть-чуть, чтобы я вообще канал не умер. То анимации редко выходят. Вот я это видео выложу после того, как выложу анимацию. Не знаю, зайдет вам или нет. Но о ней я очень долго старался. Прям долго. Тишина. Ё-моё. Яйцеголовок. Где? Ещё на яйцеголовок напали. Эти чубрики-бублики. Ё, чё игра лагает? Ладно. Раньше нет, как взять? А у меня он есть, понял. Ладно, челики, прощайте, мне все равно на вас. Я без машины побежал. И не говорите, что я самый лучший челик. Нападаю я вообще отлично, да. Эй, чел. У меня 31 сердце. Да лутик. Пофиг на лут. Машина халявная. Это не та самая машина, которую я оставил. Наверное, нет. Едем, едем мы на задание. Оно где-то там. Кстати, карта близкая. Пол карты пробежал пешком. За сколько? За 2 минуты? А их сбить можно? Понял. Можно. Ой, не. Я не знаю, как из-за руля стрелять. Ай-яй-яй. Какой снайпер? Какой снайпер? Да откуда? Что стреляет? Становись, становись. Ладно, док. Что это за бункер? Меня спалили, да? Не-не, меня спалили. Домник? Слово. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слоун позвал сюда. Дал цель. Никто не ждал. Кто это? Ай. Но в питомнике наступит тихий час. Задача. Попасть в центр Хаузера.
смесь я не попадаю. Присылайте врача, я и его убью. Какого врача? Я не хочу никого убивать. Ну, убиваю, потому что могу. Как не хочу. Эх. Гранаты вот так кидать. Я косой, Сань, меня. Ой, я хилюсь. Можно патрон? Патрон. Быстрее, быстрее лутайся. Да. Разбитые сердца. То, что мне надо. Чтобы от этих драконов мне выживать. Нет, что ли? Нет. Надеюсь, вебка не сильно лагает. То у меня чутка она чуть подлагивает в последнее время. Как ножи кидать? Добро пожаловать в будни будущего. Здесь все ваши ожидания станут явью. Я внутри, док. Ладно. Многовато техники для питомника. Это не просто питомник. Здесь Слоун создает мозгоблоки для драконов. Пока на них мозгоблоки, они не нападают на киберсолдат. Разберемся. Уничтожь цеха мозгоблоков, Рекс. Увидишь дракона с мозгоблоком, стреляй по ингибитору агрессии на затылке. Они начнут вести себя нормально и смогут атаковать киберсолдат. А также реагировать на киберсердца и огонь. Уничтожьте прототипы мозгоблока. Не ты иди. Ты вон туда иди. А ты вот сюда иди. Давай, давай. Давай. Ты сюрикеном кинулся? Ладно. Рот! Мега круто. Я что-то спалился? Пистолетик крутой, вроде. Чё, встань. Тело снова. Где он? Где он? А. Чё-то там он плохо спрятался у её. Потише, потише, ребята. А одному. Взорвать что? А! Им скоро патроны так закончатся. Это же ему по спине стрелять или как? Есть способ, конечно. Рабочий. Пытаемся. А, или и того дракона. Блин, значит, зачем ему спин стрелял, он сразу был убить. Ну, что-то не получилось, получается. Надо. Жуть какая. Где патроны? Хоть одна хилочка или патрон. Привет, чел. Что на меня не нападешь? Их взорвать надо. Кто
Что с ними делать? Ё. Ты же в него так не попадешь. Уничтожить, а как уничтожить? Уничтожьте следующий прототип. А. Вы время красной угрозы. Наш пятизвездный защитит вас и вашу армию от радиоактивных осадков и подземных мутантов-каннибалов. Она чё там, дробовик? Слишком круто, чтобы просто так идти. Ну, миниган на миниган. Май покруче. А, прикрутка. Что-то прикружать какие-то партиклы жесткие. Жесткое будет. А еще при этом не все меня спалили? Где последний? Вот это. Но узумом прям упал. Я сейчас умру. Что-то я не крут. Как помазать-то? А что? Как сурки бить? А на F пытался накликать эту кнопочку. Никогда не, долго не проходить все игры, не забрасывайте на долго. Идите в следующий цех мозгоблоков. Я дробовик выкинул на выпуске, да? Ладно. Много чего? Жуткие двери. Согласен, я сказался. А еще головешка, головешка, головешка. Где? Еще выше. Я вас не вижу, у меня глаза, все. Где эта сигналка? О. Всех уничтожил? И пора лутаться! Ведь я настолько крут. Есть патроны, это... А я могу лутаться, просто нажав Е, не задержав? Не, надо удерживать. Я что-то сейчас... Вы видишь, видели. Блин, реально, пока ты оборовываешь, слишком много времени тратится. Это я бы не оборовывал, но денежка всякая получается. И патрончики. Надо же о чем-то таком говорить. Я даже не знаю о чем. Потому что. Ничего интересного нету. Кроме того, как я выхожу, убиваю так одного челика, тут второй прячется, убиваю его, вижу эту... Чё я факт показываю? Ну, ладно. Это последняя штука. И опа! Задача выполнена. Тревога.
Дальше тревога. Всему личному составу не допустить чужака к двери, ведущей в питомник. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ты не самоубийца, а киберубийца. Прыгай. Окей, разница большая. А побыстрее. Ай! Я точно не умру. Ладно. Задача. Захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Вторжение на нижний уровень. Не дать чужаку пройти в питомник и направить аварийные огнеметы на кладки яиц. Применять несмертельные снаряды, чтобы ладно, не повредить. Миниган выбрешь. Да? Внимание. Разрешаю. Патрон обновил, я читер. Люблю яичницу. Внимание. Настенные огнеметы используются только в чрезвычайной ситуации и по разрешению. При наличии сомнений воздержаться от использования. Удачи. Спасибо. Патроны закупиться можно, да и припасы. Пить. Как сразу все купить? Опа, опа. Оружие. Пистолет можно улучшить? Ну, мне не надо это купить. Нет улучшений. Нет улучшений. Аптечку купить. Если невозможно купить. Ладно. Так, все. Пора стреляться. Уворачивайся, уворачивайся. Ты что, думал, табачки сразу горит? Бежать, бежать, бежать. Опа, опа. Напалм закончился. Заряд. Я же потом вернусь. Могу купить еще аптечки. Бежать, бежать, бежать. Еще жив? Горячая голова. Так, патрон обновил. Вот аптечечку нет. Нет, не обновил патрон. А, жить сик надо. Мега, блин. Че, не все? А, понял. Жалко, нет бекончика. Какой бекончик? Учтите, огонь только возбуждает кровавых драконов. Пока. А чем меня вон топнуло? Я не отхилился тогда, у меня было две единицы. А, фу. Нет бекончика. Согласен, нет бекончика, я теперь туда не... Учтите, пока. Огонь только возбуждает кровавых драконов. Так, немирный, мирный, немирный. Да я теперь спец по яйцам. Бежать! Бежать! Я по карте вижу! Не разбив яиц, не сделаешь яичницы. Бежать! Бежать! Без оклятки! Без оклятки, без оклятки, без оклятки, без оклятки. Они быстрые? Не знаю, вроде нет. Пора выбираться из скорлупы. Где они? Они меня с двух сторон обходят? Бежать сюда! Бежать, бежать! На промоучах. Жечь!
Жать! Они меня не догоняют? Яичница, Воля! Последняя. Кто-нибудь хочет омлет? Задача. Дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Жать! Бежать! Тут дорожка такая! А там спрызли. Дамочка. Осталось. А тупой. Мне все равно, на что все происходит. Быстро-быстро закупиться. Расходный материал. Там. Наверх мне. Сколько можно тащиться? На кой черт такой? Ай, я не на платформе. Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Я танцманцы. Ничего не напоминает. Кругу по кругу. Так и должно быть, или мне его надо вот так жечь? Я думаю, не надо. Не, я ему вообще капешки не сношу. А оно опускается вообще? Да, оно опускается. А может... Не ешь! Я говорю, не ешь! Кушать не надо меня. Давай, ну почти спустя... НЕТ! Куда мы разберем? Сейчас, по идее. Проскочить, проскочить. Используйте турель. Так! А мне все равно! У меня сюжет спас! Я не уязвим для сюжета! Я бессмертный! Бюджет меня спас. Хорошо, что она не взорвала тачку. А то это было бы ГГВП. И все. Еще жив? Вы еще живы? Может, ты все-таки не бессмертный? И чего вас так много? Все? Я вижу, что по карте дофига, но я не вижу их вообще. Так. Здесь они не все наверху. На машине, может быть? Вот я сбил. 30 секунд. У меня точно хватит времени. И что-то я не знаю, когда это закончится. Я еще врезался. А, ну нормально. Так и должно быть. Что? Да у меня все гранаты я потрачу. Мне кажется, его слили только ради сюжета. Этого... Кракена. Кальмара Кракена. Нет, док. Плачущие клоуны и собаки, играющие в покер. Это невероятно. А я делал свою работу.
Кровь! Я сделал кому с пихами, а сколько времени только? Так, нормально, продолжаем. Сейчас успеваем, наверное, эту миссию пройти. Хотя... Я не знаю, сколько найти будет. Нет! Ух, это я как обычно скачусь. Чё это за место? Что стреляется? Что стреляется? А, вот. Темно. Очень-очень темно. Парни вижу. А сверху телек идет. Стреляйте, стреляйте, все телевизор еще. Телевизоры. И кто решил, что это круто? Добыть бы его голову в коллекцию. Не знаю, кто решил. Так, пешком добежать спокойно. Стоп, куда я бежать? Задание туда. Почему камера летела вверх? Типа открыл зону? Ладно. Не суть. Короны. Амбасты. Банчики, возможно, рядом. Ладно, мне на них все равно. Они мне ничего не дадут. Ой. Ведь не хочу, чтобы меня посмотрели. Не я разжег войну. А кто? Ё-моё. Стрелять будут сейчас по мне сзади. Где это задание ваше? Хочу найти его. Не понимаю, это гранаты или кока-кола у меня стоит вон спроса. Доктор Карлайл создает для Слоуна биооружие. Хоть и знает, чем это кончится. Что же нам делать? Убрать его? Да. То есть убить его? Именно. Не проблема. Я знаю, это ужасно. Не для меня. Доктор Карлайл на станции Шоу. Пачка. Чел, зря ты вылез. Да ёлка. Чё я горю? Планер. Гори, гори, я сейчас призаряжусь. Прости меня, друг. Планер, как во всех Far Cry. Почти во всех, буду во всех. Нажимать АД, снижая высоту, а также поворачивать вправо. Ладно. Что? Что там насчет биооружия? Мы хотели победить русских. Думали, кровь дракона сделает солдат сильнее. Но потом выяснилось ее воздействие на простых людей. Они превращались в дикарей. И ты пыталась отговорить Слоуна, так? Тогда он запросил больше красных копий. И начал снаряжать их. Против красных? Против всех. Он собрался воевать со всем миром. И доктор Карлайл ему помогает. Я остановлю его, док. Никто не смеет угрожать моей планете. Потому что я слишком крут. Обнаружен противник. Меня не будет стрелять? Не будут же. Больно, ребятки. Меня так подбьете. Куда я завернул? Могу плюс отфилиться. Надеюсь, да. Я должен страдать.
Ну его пукая я часто видел, чего вы стреляете в меня? Ё-моё. Еще тут. Самое страшное снайперы, они прям больно, потому что. Челики с автоматами это как и звездный конь. Что мой Юки? Надеюсь, не задание. Есть на постах охраны, чтобы открыть задние двери. Вход 653-9X. Задача — войти через черный ход. Да блин. А, успел. Внимание. Последние партии гранаты дефектные. Они взрываются только при произнесении команды «граната». Понял. Короче, отхилимся. Внимание. Я неумышленно. Я понял, что ты что-то неумышленное. Дайте мне бронежилет. Она отлично. Я назад скачу. Так, боеприпасы. Чего у меня тут нет? Так. Еще что-то нет у меня. Сейчас у меня есть оружие. И надо мне лазер. Миниган хочет. Мне все нравится, кроме. Я подрабатываешь, конечно, пока. Она, ваши гранаты по громкой связи. В результате чего они взорвались. Прошу прощения, если кого-то ранило или убило. А, я понял. А, у! Внимание! Ваши гранаты также реагируют на команду «Сдохни». Половину взорвали, щели? Что это здесь? Чё-то лес на такой упал. Прочно, что ли? Типа бессмысленно его так убивать. Анчили. На! Плываем, плываем, и хопа за спиной. Ну, в спину же надо попасть. Ай-яй. Опа. Я ж попал. Давай мне напалма ведем. Взорвалось. Что? Ну я пуляю. Понял. Не дурак. Смотри, что я тебе припас. Бум. С одного выстрела? Ба. Не комплекс. Дайте. Я могу ему спиндить? Нет. Нет.
Я тоже так умею, червик. Я тоже так умею. Стрел, снизь. Вот так, ручная работа. Ее не специально написал. Что я наделал? Я 12 животных. Я что-то думал, что я сквозь клетку его так стрельну, чтобы не кричал, не выручал на меня. Он что-то громкий. Какой-то сильный. А я сломал? Вложу в работу все сердце. Куда использовать код для проникновения в лабораторию? Какой лаборатории еще? Падение с почти любой высоты. Почти. Почти? А, нормально, приземлился. Лепешку. Кто тут? Карлайл превращает кровь драконов в аэрозоль для красных копий. Да, да, я тебя отлично слушаю. Блин, лап кнопкой тут купить. А, пополнить вот это. Видим результаты экспериментов. Это чудовищно. Значит, ему конец. Ему конец. Ему конец. Задача. Убить доктора Карлайла. Приготовьтесь к смерти, сержант Рекс Аверкольд. Выпускайте Кракена! Ну, я ж уже Кракена назову. Невозможно. Подготовка Кракена не завершена. Тупая восьмибитная железка! Сделай что-нибудь! Не попадаю. Я ж убил Кракена, не? Я не понимаю. Люблю 2007-й. Дед. Понял. Это мемчик. Обнаружены антиживые объекты. Стрельба по ним может развлечь вас. Или их. Как повезет. В любом случае, удачи. Так, опять факт я нечаянно показал. Мне надо денежки, а то я что-то дофига патронов потратил. Ну, на патрон. Понял. Или броник. Сколько броник стоит? А, пусть. 100 баксов. Короче, потом надо лутаться где-то. Я могу себе как-то перебить? Давай. Плюс. Скинь сюрикен. Пора спать. Все сигналочка. Да ломай. Это ластовенький. Я говорю дороже, чем мне хватит. Умри в тишине. А их лутать нельзя, да? Обидно, конечно. А, я их же когда убиваю, сразу лутаю, чё я тупанул так? Наверх? Тут никого нет, пусто, тихо. Застрелите же его.
где у меня там миниган? Обожаю живот. Все? Или мне полторы минуты депаться? Минуту, Рекс, сейчас открою. Полторы минуты еще, не обману. Все, реально, закончились. Даже скучно как-то. А-а-а! Не все! Что-то много патронов машин. Конечно, миниган крутой, но главное заканчивается не круто. Тридцать секунд. Пока всех не перебью, не остановлюсь. Да я. Да не сейчас ты откроешь, еще полминуты ждать. Давай, сейчас справа подходи уж, я тебя жду. Уже открываю. Задача на выход. Хорошо, у меня как раз патроны закончились. Сам тут. Не. Казалось. Как ты меня занес? Еще один сгорел на работе. Скоро тут уже все это закончится, как думаете. Все сгорают, умирают. Лаборатория не заканчивается. Эх. Просто полвыпуска закупка. Ой. Закупка предмет. Осторожно, сержант. Один выстрел, и они на свободе. Живучие мертвецы. Если он не натравит живучих мертвецов на группу Омега, они довольно неразборчивы. Зачем ты ему сказала? Я типа могу их освободить. Не, они на меня нападут, я уверен. Задача на выход. Дай. Глупец. Думаешь, моя смерть что-то изменит? Да. Полностью автоматизирован. У Клоуна уже достаточно крови и ракет, чтобы зародить весь мир. Стоп, я их освобождать почти. У Клоуна все готово для запуска ракет. Я заберу тебя на вертушке. Ты откуда взялся? Нет. Я тут не залезь. Скоро я выпущу своего любимого кракена. Где спрятаться? Где спрятаться? Короче, зомбари. Опа-опа. А, меня не выпускают. Не на меня? Отлично. Ты супер киборг. Ты вообще где? Ты
остановись. Я не против, но надо килиться. Ладно, я придумал, чем я его покоя отучили. Ему же нравится очень сильно это. А, он вниз. Нет. Что-то ему на огонь стало пофиг. У них модификации появились. Эх. Что за подкаты? Ты не варфейся. Еще есть? Пущу плюс одна хпшку мне дали. Обожаю животных. Каких животных? Че ты несешь? Да люди же. Вроде. Очкарики мощно дрались. Те, что не с Карлайлом? Да. Ну, себе не убить. Убить. Одной бочкой нет. Ты дыркайся в моем киберлабиринте. Да какой твой киберлабиринт? Это мой киберлабиринт. Ну или твой. Закупаться. Сделать одной кнопкой все закупить. Патрон можно все? Обнаружен гравитационный лифт, поднимающий с помощью антигравитации. Давай как. Ё! Нет, нет! Здесь вы и умрете, сержант Рекс Пауэркольд. Кракен готов? Готов, сэр. Выпускайте Кракена! Да дайте. Механизм дверей лаборатории заклинило. Обнаружено слабое место драконов. Целитесь в выделенную область. Помни, Рекс. Пригибайся и собирай киберсердца. На, жри. Идите, зрите. Если драконов не встреч киберсердцами, то они его поджарят. Ваш микрофон включен. Гард! Нет! Какую точку стрелять? Да не, нормально ты замолчишься. Давай ешь, дракоша. Лови, это тебе. Чего они хотят хавать? Целится мне нормально. Целится. Отлично. Вообще. Больно. Я не понимаю, что делать. Это другой дракон. Я думаю, что тут не дамажится. Нет, нет! Минус один.
Воткнись. Это тип. Нет. Станьте челики, мне хилка нужна. Хотя? Да чё он на них не нападает? О, нападает. Сейчас отлично будет. Умри. Все. Нужно больше гиберсолдат. Невозможно. Тупая восьмибитная железка, к сожалению, не в состоянии выполнить ваш умный запрос. Не убивай меня. Невозможно. Это железка его и убила? Отстаньте, собачечки. Иди, иди на меня. Чё не идёшь? Табак деньги может сыпать. Да. Отлично, Рекс. Так, Астана? Или... А где Костя? Рекс, ты цел? Ну и план, док. Было бы жаль потерять такого прекрасного солдата. Задача выполнена. Идите к заданной точке. Не сделкам с психами. Готово. Зови чему. Не, все, это уже конец. Слишком большой уже выпуск. Ну, нельзя обижать компьютеры. У них в памяти целых 8... 16 килобайт. Ладно. Вами был кто? 57! Ака я! Так что, давайте там лайки, если вам нравится, или хотя бы просмотр, если вы это смотрите. Комментарий, возможно. Написать, что я молчу полролика. И все! И готово! Всем пока!